Такс. Что мы имеем? А, мы что-то имеем, что у меня какого-то хрена не подхватило резика. А, так. Так, да, привет, ребята. Привет, с вами, как обычно, Скудер и WhatsApp People. Канал «Ни слова о стримах». Мы потихонечку начинаем. Сейчас небольшие у нас заминки сегодня. Опять тестились. У меня он, оказывается, Да, мы сегодня очень это. многое сделали. Так, во. Во. Вот теперь можно. Так, привет, хранителю Твича. Привет, Саня Лысенко. Всем привет. Антон, что сегодня без Dead Space? Сразу предъява тебе сходу такая. Сань, ну просто я второй день икал, поэтому я не мог, Смешно звучит, извини. если честно. Да, но, блин, вы не представляете, какое это ощущение, когда 2 дня икаешь, у тебя башка просто разрывается. И вот только буквально минут Трещит. 20-30 назад у меня это прошло. Поэтому завтра я обещаю то, что обязательно Dead Space. Не обещаю, то завтра опять там что-нибудь начнется. Икота какая-нибудь. Или Да, еще я сегодня сказал то, что, поносом. ну, Витя мне сказал то, что тебя кто-то вспоминает. Я ему Тебя тоже ответил, прокляли. чтобы эта скотина обосралась. И Витя говорит, что вообще-то оно может вернуться, поэтому я, возможно, Бутрангов. завтра могу, да, обосраться. Но я не обещаю, но завтра, возможно, будет уже все. Это тебя Саня Лысенко и, в общем, наверное, вспоминал. Вот. Как же Наверное. так? Почему без Dead Space? Вот ты икал напряженно. Саня, Так. если ты сегодня не обосрался, то значит, это был не ты. Да, а то Антоха тут жестко проклинал всех. Я всех проклинал вообще до безобразия. Выздоравливай, друже, тебе пишет Саня. Так, ну что, сразу приступаем без долгой демагогии тогда. У нас так Да, давай. интересно получилось. Нам, по сути-то, осталась всего одна глава. Так, я домкрат себе под жопу не подложил. Так, да, и, в общем, сегодня мы что, одну главу сейчас добьем, 6-3, ну, а там главный босс, собственно, и все. Так что, сегодня резидент однозначно добьем. Ну а потом, может, А маленький потом сюрприз будет, а может всякое, быть, не да, будет. начнется. Так, надо вспоминать, что надо. Что надо, что надо. Надо калаш. Надо, блин, калаш. Хотя, ладно, что калаш. Сейчас пригласим Шеву. Тогда уже вместе отладим все. Че там? Как у вас суббота? Выходной день, там все дела. Пьянствуете, небось. Конечно. Так, ну чё, можешь это Кидаю. кидать мне что-нибудь. И тебе кинул кирпич там, не знаю. Сковородку. Чё баба может кинуть? Скорее всего, сковородку. Так, ага. Сегодня тьфу-тьфу-тьфу, быстро все работает. Так, окай. Минус глюк. Ну хорошо, что минус. Так. Хорошо, что минус глюк. Так, а есть что Чем меньше продать-то? глюков, тем лучше. Продать Так. нечего. О, Рокс, здравствуйте. Здравствуйте и вам, товарищ Рокс. И вам здрасте. Не болейте, так сказать. Так, ну что? Так, дай мне патронов на пистолет. Пистолет. Это ты у меня их На сейчас все пышку. искушаешь, да? Да. Не, я тебе оставлю чуть-чуть.
тебе и так 30. Ладно. Хватит, у меня и то меньше. Ну, в принципе-то все. Ага. Так, сюда. А, теперь есть место свободное. Так у тебя нифига-то места свободного. Я ж не ты. Полные сумки всякой шнякой не набиваю. Конечно. Ненужной. У меня все логично. Ты в женскую... И по полочкам. Нифига у меня холсов. А я аптечку не взял. Зато патронов набрал. Пожалуйста, ты перезаряди, у тебя как раз слот освободится. Я ж тебе патроны еще дал. Ага, вот. Все. Ладно, че, валим. Ну, защищай женщину. Буду за твоей спиной. Да сейчас пока никого не будет. Целый день. Сейчас пока все нормулики. Так. Ворнинг. Вот. Блин, а мы же рейтинг попали без дополнений, да? Без. По идее, если бы с дополнением было, там еще компания за Джилл и за Джорджа, который шоколадки все жрал. И еще есть в замке, вот, где как раз Уэскер убил Спенсера. Джилл, где вывалилась в окно вместе с Уэскером, вот, в том замке. А-ля первая часть Резидента там тоже есть. Джилл! Ну, я-то этого не знаю. О, Жил! Жил? Евгения! Женя, Женечка. Евгения! Блин, что-то тебе плохо, Джилка. Надо тебе солярий или типа того. Отдохнуть где-нибудь. На Багамах. Да хотя бы пускай яблоки покушает. Витамин С там, что-нибудь такое. В этот день надо. Да, не с кинорежиссером Якиным приезжали. Как? Да, надо загореть эту бледную инфекцию. Ну, в общем, Джилл нам тут подсказку дала. Молодец. Не забывает о своем муженьке. Это дерьмо у тебя. А я как баба опять просрал все, о чем они говорили. Поэтому... Зато достал он чем ширнуться. Давай, Гриша, Крис. Пока что есть еще шанс, пока ты к своей жене не вернулся. Давай жахнем. Да. У тебя будет прекрасный вечер. Так, что тут ничего не появилось? Интересно, нога. А пожрать что-нибудь есть? Что, даже пожрать ничего? Да я говорю, что-то как-то это... Не положили даже уроборосы сюда. Вообще скудно. Так, ладно, что, поехали туда. В, значит, Вендетта. Вендетта. Ну да, Вендетта, в принципе. Вниз. С Вескером. ВВ. Вендетта ВВ. Уже что-то горит. А, еще всех победил. Так, ну, в общем, это самая сложная, наверное, часть пошла. Ура, сгорит, парень. Тут сейчас все будут враги, которых мы встречали. Ой, хавай. Валим, валим, а то нас сейчас прожарит. Так, сейчас надо аккуратней, вон какой-то там Дипелус стоит. Чихнул. Чихнул каша. Так, там кто-то должен подняться. Да. А. Моя. Так. Моя прелесть. О, ветки. На. Хорошечно. Хорошее начало. Да.
Ой, сзади, сзади, сзади. Я, блин, по инерции до сих пор ищу эмблемки BSAA, но уже нет здесь. Так, сейчас мы, короче, с тобой рычаг дернем. Лава на нас начнется. О! Аптека, аптека. Так, давай я, скорее всего, подлечу. Лечканемся. Ну давай, блин, лучше бы красные травы дали собаке. Угу. Все, живем. Давай. Дергаем. За штучечку. Так, кто уже рычит? Кто нахрен рычит здесь? Кто тут? Ой, не туда. Ох. Чихнул. Ой, да. Ай. Ладно тебе. Сейчас меня главное. Ну, тут что он ударил. Только в путь, короче. Угу. Печалька. Так, 18 потрошей осталось на Дробашевский. Давай! Так, ну у меня пока снайперка есть. Сдохни, тварь. Так, ой. Так, аккуратнее, появились автоматчики. Одного нет. Ой, есть. Блин, фига у меня какой пистолет стал. Просто эти хэдшоты только и снимает. Второго нет. Так, сильно далеко не беги, потому что, видишь, там коконы наверху висят. Третьего нет. Там появятся наши старые друзья. Вот отсюда и отсюда. Угу. И еще тут, по-моему, штуки три будет. Так. Так, у меня тут народ почихал. А? У меня тут народ почихал немного. Поэтому... Так, перебегаем. Ох, вон еще, чувачки, блин, матик. Где? Сейчас придут, увидишь. Ага. Пряг. Хорошечно. Ну, вроде пусто. А, нет, не пусто. О, отлично, нифига, я говорю, чихнул. Ага. На ура. Так, фу-фу-фу. Ага. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, кто там? Блин, сволочь. Пойдем. Так, на дробаш бери. Так. Вот здесь на дробаш. Дайте красную траву, твари. Блин. Так, он еще бегает. Ой, ой. Ой, здрасте. Да ладно. Причем ты ему голову отстрелил. Да. Да ты че, блин, теперь у меня, короче, агония. Да блин, опять! Ай, встретились два идиота. Ааа, сдох. Так. Надо лечиться. Эй, подойди. Подойди, подойди, подойди. Подойди, подойди, подойди. Так, сам храбрый зуб надо включить. Ой, мать их, сам. Лечилок нету ни хера вообще, просто. И сейчас еще мы за рычки вот за эти дернем. За один и за второй. И вылезут наши старые друзья.
Можно, кстати, пока они не вылезли, по низу пробежаться, ништяков пособирать, чтобы потом не тупить. Так, вот тут еще есть лечилочка. А, еще? Вот тут что-то лежало. Нафиг, что это, деньги? О, колье. Шево эти колье. Мое. Так, вот здесь что-то. Я под душ пойду. Вон, душ принимаю. Так, что тут Саня Лысенко пишет? Жесть, помните, вчера говорил про стримершу Светлану, которая прошла чужих в изоляцию, помним. Так вот, ее последний стрим по этой игре занял 7,5 часов. Вы дня не могу посмотреть. Ужас. Тебе соболезну, но очень сильно, Саня. Кошмар. Сколько тебе работы предстоит? 7,5 часов стрим смотреть. У нас в среднем стрим со скудером идет, ну, где-то часов 5-6, вот так. Вчера мы, кстати, дали тоже марку 6-часовой, считай, что стрим был. Угу. Так, иди сюда. Видишь, где я? Я наверху, короче. Так, где? Так, ты куда спускаешься подо мной? Да. Вот лазер, видишь, мой? А сейчас поднимусь. Есть, короче, это. У меня места просто нет. Красная. Да, у меня тоже места нет. Чё? Тебе там. Я тебе сейчас по трошке отдам. Я тут немного понасобирал. Несмотря на что по трошке, потому что мне. Что на дробовик. Так. Моем, чё? Да флешку выкинь. Можно, в принципе, да, как вариант флешку нахер выкинуть. А можно... Знаешь, что можно сделать? Ты скомбенишь две своих травки, а я тебе что-нибудь отдам. А, ты мне можешь... Нет, пока не можешь, ладно. Окей. Скомбень, короче, ладно, ага. Сделаем так. Так, подожди, ничего не... Зачем ты взял? Так. Что ты делаешь, блин? Ну нахрена ты это сделал, блин? Я хотел большую понял. Сделать эту самую. Ну все. Что блин, еще и взял все. Все слоты занял. Я тут разработал план, как нам все взять. И скомбенить эти. Ну ты капец, ё-моё. Просто жесть. Да, патронов все, тебе на пистолет передашь. Ну ты вечно спешишь поперек, батьки в пекло лезешь. Пошли, женщина. Ай, как я с ним бегаю, господи. Да, как я с ней бегаю, это вообще пристрелил бы уже давно. Была бы бабой. Жалко. Чё, глупенькая, вообще умная баба. Так, все, сейчас будет битва. Сейчас, блин, битва будет уже нас. А, да? Я готов, я подлечился только что. Так, чё, где там? Да ладно уже. Так, еще одна. Сзади. Окей. Две или три? Забыл. Ну ничего, если даже их и две, то сейчас еще два мужичка будут такие матерых. С нами вместе. Блин, патронов вообще ни хера нет. Кошмар. Сергей Геннадьевич, привет, удачи в прохождении. Спасибо, Сергей Геннадьевич, тебе тоже привет. Мы сегодня добьем президента Тейлора 5. Тейлора? Ну че, открывайся. Сейчас два мужика с пулеметами еще, короче. Чё? С какой стороны? А вот оттуда, где открывается. Ага. Сейчас ворота откроются. Вот они, один, второй. Блин. Вау!
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, пацаны, вы чё? Так, ай. Давай, давай наверх. Воу, там много всяких. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Да ё-моё, ну всё, я к тебе не успею. Ну заодно аптечку сохраним. Не успею. Ага, успел, да. Так. Заодно аптечку сохраним. Короче, делаем так. Вот когда они вылазят, наверх надо валить. Наверх или вниз, там не стой. Видишь, там окружают. Ну я-то не знаю. На месте вообще нельзя стоять. Ну, я же тебе сказал, что они вылезут. А ты прям перед ними стоишь. Так. Так, скидывай. Нахер. Я тебе вот это вот передаю, а ты скомбинируй. На дезерт, да? Это не дезерт. На дезерт, да. Дорогой, это гранатомет. О, так у меня, капец, у меня 30 патронов было на этот. На калаш. Да не на калаш, а на дробаш. Так. Так. Еще одно место освободи. Да я вот думаю, еще грену эту брать. Да нафига тебе эта грена нужна? Защищаться. Вот так у тебя, да. Так, не, давай, давай лучше мне патроны на пистолет. И на пистолет надо. Ага, вот здесь так сразу чпок. И все, так, этот один патрон. Ну, один выложу. Так, ну, наверное... Так, я могу одну гренку взять. Бери. У тебя есть грены? Да, одна гренка. Ну, если что, да. Могу тебе, в принципе, так, еще вот дать. Вот этого я, наверное, скину. И 150 возьму. Вот так вот. Ну, в принципе-то все. 15 тысяч. Откуда у тебя бабок столько? Ты что-то мне не договариваешь по-любому. Да хрен его знает. Премию дали. 11-я зарплата. Да. Так. Ладно, чё. Погнали, да? Ну, в принципе, да. Attempt number two. Так, а с какого сейчас места мы начинаем? А, сейчас вылезут опять эти твари. Дергаем. Так, а мы прошлись по низам. Сейчас я смотрю. Вместе сейвилось. А, да, вот здесь ни хрена нет. Ладно, да, рычаги подергиваем. Ну и я говорю, стараемся тогда это самое. Бежать наверх. Оттуда будет отстреливаться. Так, ну все, так, бежим наверх сразу. Оттуда сначала надо перестрелять мелкую шваль. Давай я по большим буду стрелять, а ты по мелким. Давай. Снайперку просто так тратить неохота. Если будут зажимать, просто спрыгивай с мостка. Попробуй бегать. Главное на месте не стоять. Кто ты, ёб твою мать? Да. Чего хера ты?
Ай! Да куда ты нацеливаешься? Ой. Опа, а чё это ты взорвался? Маленькие проблемы. Чё, зажали? Ну, так сказать, маленькие. Так, патрон. Блин, уже... А, нифига меня зажимают. Нихера себе. Так, ладно. Дяденька. Оу. Так, вот, отлично. Патрончики. Так, вроде от пацанов избавим. Нахер. Как они лопаются классно. Так, где наши... Вау, зашибли. Блин, а я даже не знаю, где ты вообще. А я внизу. А, внизу, наоборот. Ой, ко мне дядя идет. Я к тебе, главное, не успею. Негр с большим стволом таким ко мне идет. Так, Саня Лысенко, вон статистику тут. По каналу Вити ни слова о стримах. Самый долгий стрим 5.50, пари 5. Ну это вот как раз вчерашний был. 5.54 он там, по-моему. Так. А, можно, кстати, продать, да? Ожерелье. Бам. Бам. Серди. А чуть сердечек нету. Типа мы сдохли, да? Так. Емкость. Так, глядишь, прокачаем. Дробошневский. Так, ну чё, в принципе, нехрен брать так больше. Ну, у меня все. Аптеку взял хотя бы одну. Некогда. Так, давай с тобой станем где-нибудь рядом. Я буду брать на себя больших придурков со снайперки. А ты будешь мелочь. Отстреливать. Как будто к любезно сдох не вижу. Сейчас хорошо разобрали. Так, давай наверх. Ты будешь стоять рядом со мной, я буду больших расстреливать, а ты всякую... Все равно стоять нам не получится, ты ж видишь, они... как ты будешь по двум сразу стрелять? Они все равно будут шмалять, надо будет двигаться. Одному в голову, другому в голову, они будут чихать, а я буду в них стрелять. Ну попробуем. Просто. Если что, сразу вниз мы бежим. Там хоть есть углы и потом попадать не будет. Там уж слишком сильно. Потому что со спины мне их очень неудобно стрелять, у них рюкзаки вот эти вот. А что почему? А рюкзаки не пробиваются. Давай. Тех пока упырей нету. Нет, вот они. Ну, почему сейчас у вас так нарисовалось? Сказали, чухнуло, блядь. Ай! Бам. Один перелез. Ай, по мне. Ой, здрасте. По всем нахрен. Да как ты по мне-то попал? Ты меня уже пробежал, вот, ё-моё! Ё-моё, их два! Твою мать! Валим! Валим нахер! Сейчас, походу, мне трындец придёт. Нет. Ну, у меня аптек нет.
О, есть. Отлично. Вон они идут. Давай, снайперки со своей херачи. Пока что. Лучше. Будь готов отбегать. Так, один упал. Отлично. Так, я тут пока с пацанами. Ну, это нормально. Двое упали. Отлично. Значит, в принципе, все. Ну, может, еще где-то кто-то завалялся. Ага, две карты. Нам больше и не надо, как говорится. Так, ну раз музыка еще играет, значит, кто-то где-то есть. Значит, еще. Где-то есть, да, какая-то. Я думаю, это пацаны мелкие. Я тебя хотел пристрелить. Надо. Зашелся. Блин, а здесь автомат, прикинь. Здесь татомат. Новое оружие, что ли? Ну, не совсем. А, пулемет. А, 9 мая. Так, больше ни хрена нет. О, редкий. Так, две флешки, но они тебе нужны? Мне нет. Возьмем. Нам сейчас понадобится. Еще три, что ли? Так, у меня только два места. Так, тогда. Валим тогда. Три. Нет, давай. Можно сказать, что все. Грубый. Почти прошли. Почти? Остался последний, самый последний рывок. Как? Ногу сломало, все упало. Где-то там. Может, подлечимся? У меня маленькая есть. Курнем. Ну давай маленькую. Влупим. Так, я минами не воспользовался. Я хотел. Погнали! Something doesn't feel right. I can't explain it. Yeah, I hear ya. Don't let your guard down for a second. А мы Вескера будем убивать? Ну а ты как сам думаешь? Ну, надеялся. А, здравствуйте. Всем твоим планам конец, Вескер. Don't you two ever tire of failing in your mission? Да как-то нет. Quite an inconvenience for me. Вот этот вот момент прямо в фильме в четвертой части скопировали. Ай. Прям один в один. Да он же этот сам Мэйл, там кто он, агент Смит, я даже не знаю. Скорее агент Смит. Бабу отпусти. Бабу отпусти. Почему ты Уроборос? I'm not destroying the world. I'm saving it. Ай! Сумочки свои. О, такая штука важная. Что она раньше где-нибудь не была. Either way, I'm
not gonna stop until I'm dead. I'll just have to kill you quickly. Короче, объясняю, бегаем. Не стоим на месте, и в принципе он хрен попадет. Надо выключить сначала прожекторы вот эти. Спокойно. Фигня. Быть. Ай, гад. Ай, гад. Ой, гад. Мой гад. О, май гад. Ну-ка, от мужика моего отстань. А у тебя нечем, да, лечиться? Нечем. Так, у меня опять агония. Надо быстро лечиться. Да блин, он задолбал. Да блин, не убегай от меня. Я пытаюсь лечиться. Блин, вот он ублюдок. Ну-ка пошел вон отсюда. О, молодец. Все, валим отсюда. Больше вообще лечиться нечем. Has it never occurred to you that this planet is overpopulated? Да не, нормальная планета. Не надо будет, короче, потом РПГ-хой вот этой вот его лупить. Ой, он сейчас ракетками будет стреляться, надо защищаться. А. Ой. Я в домике, мне нельзя. Я короче, вот там, вот, ребенок. Видишь, где этот, где самолет стоит, он периодически оттуда будет, короче, лупить этими ракетами сразу. Так, еще включить. Меня стрелять нельзя. Я дурак. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пошел нахрен, ты что меня засёк? Будьте так любезны, спасибо. Короче, нам сейчас придется действовать, как сказать, в паре, то есть так же примерно как с Джилл. Допустим, если я его хватаю, то тебе придется в него вкалывать из эту жижу. Если ты схватишь, то мне надо будет вкалывать. То есть надо, в принципе, быть примерно где-то рядом все время. And let me guess, you're the one that's gonna rule this new age, right? Фига, как ты умеешь. Чё я как не брать, короче? Пора брать РПГшечку. Is that all you have? Let me clarify something for you, Крэн. Вау-вау-вау-вау-вау-вау, какой ты. Давай обратно бежим, Аган. Почему мы свет выключали, чтобы он не видел, когда ракета будет приближаться к нему? Надо стрелять сейчас в него. И бежать, 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 бежим, 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 бежим. А куда ему стрелять? А, блин, подожди, а он меня перекинул. Ай. Вау, 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 вау. Так, ладно, берем туда опять РПГ. Там, да, я патрон тебе оставил. Будьте так любезны, уважаемые. Понял. Ай. Ай, был неправ. Так, сейчас я опять в него ракеты стреляю, надо будет ее взорвать. Подбегай, 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 подбегай. Давай, давай, да блин! Как далеко я оказался. Ай, давай. Так, надо еще ракету. Короче, надо ближе к нему подбегать. С ракеты стреляем, а то, видишь, я далеко был. В тот раз ты был далеко. Так, ракета. Я, короче, наверх полез, только там остались ракеты. Давай, бери ракету, спускайся вниз, я тут... Ты пока просто бегай там, да. Я систем там потрясу. Да, мужчина, давайте познакомимся. Как вас зовут? Меня Шева. Алёша его зовут. Алёш, красивое имя, меня так брата звали. А, понял. Вы гей, да? А, вы где? А, вы тут. Ох. Так, все, я спортсмен. Нашел. Спортсмен. Комсомолец. Комсомолец. И просто красавец.
но косорылый. А, так, окей. Вот. Зарядка есть, тут еще целых 4 ракеты есть. Ух, ножка не так, а? Я тупо вокруг него хожу. Смотри, он ногами машет сильно. Да я вижу, да. На 100 метровку бегает, хорошо. О, ух! О, ух! Так, короче, шмаляю сейчас. Конька бежит, давай. Шмаляй. Так, где вы? Лёша? Алло, здравствуйте. В стенку посмотрим? Всё. Ну, в смысле, как всё? Это, так сказать, первая стадия. У него ещё их две. А, да? Да. Что-то он не приемлет, короче, эти... как это называется? Биологические добавки, да? Протеин, протеин. ПЦАшечки там всякие. Ай, голова разболелась, да? Перекачался, перекачался, мужик. Ну да. Надо как Крис. На натуральных продуктах. На яичках, на белках натуральных. Качаться, а не так, как ты, Вескер. На разных там стероидах. Сейчас будут, короче, эти КТЕшечки. Опять? Опять, ладно, КТЕшечки. А, Д, В. Ну, не прям сейчас, но скоро скоро. Чё, блин? 300, вон, сколько в нём килограмм мяса добежало. У меня золото в жопе много. Вон, видишь, как старается. Быстро он крылья расправил. Уроботосами он называет этих негров, да, в Африке. Mm-hmm. Если что, они будут работать, в смысле, на него. Боты. Уроботы. Рабочие боты, уроботосы. Сейчас. Ай! Ой. Да. У тебя проблемы с желудком. Промазал немножко, да. Видать, скушал что-то не то. Саня Лысенко, а вне слова об играх есть 5.59, почти 3. Больше ты не делал. Мне больше и не надо. Я вообще не понимаю смысл делать видео больше 4 часов. Не, если вот, конечно, идет, то а почему бы и нет? Вот, например, как вчера. Неплохо постримили. А вот чуваку надо поспать, Алёша. А то у него глаза красные. Проблема сразу. Ай! Так, сейчас меня будет, да? Your feeble attempts only delay the inevitable. The entire world will be infected. По-любому сейчас будет буковка В. Я вот почему-то думаю. Genesis is at hand, and я еще читаю, be the creator. Угу. Крис. Так он тебя убил. А я ему воткну. А, Д. Вот, молодец. Все-таки он потерял что-то. О, еще какого-то. Я,
Блин, смешивать-то вообще нельзя, сейчас его попрет просто. Так, ну, по-моему, еще одна будет сейчас это. Да. F. Фу-фу-фу, кышка, кышка. Не, успел, да? Успел, да. Меня в кошку не снес. Держусь. Стою. Где в космосе, что ли? Ай! Dead Space какой-то начался. Ну ё-моё, кабуха, мусики. Щи! Алёша! Алёшенька! Алёша, фу! Алёша, я верная. Эй, не вздумай. Не надо. Фу. Нет! Вторую бабу я не упущу. Все, прошли ПТЕшки. Да всяки ты ему уже! Меня... Давай. Алёша поебал. По лицу. Ой, Алёша. По мордочке. Так, естественно, взялся Тирикон, действующий. Куда-то а в угольную шахту прилетели. Место. Мы либо в партизанский где-то приземлились, либо, я не знаю, в луганский, может быть. Саня, не, ты нас же... видишь, нет? Приди, помоги с Вескером разобраться. Так, вот тут, по идее, последний, один из последних камней. Он вообще единственный в игре, его можно взять, но я не знаю как. Он, короче говоря, подожди, никуда не иди, тут надо нам всякие штуки, во-первых, собрать. Ой. Так. Ладно. Вот это я возьму. Так, что у нас? Траву. Так. Ну, давай я возьму. Бери, у меня все занято, блин. Угу. Вообще дай мне патроны на пистолет, перезарядись и мне дай. Так, все, у меня хоть место одно освободилось. Флешки какие-то. Ну флешки тут вообще нахер не нужны. Так выкидывай нафиг. Да, сейчас смысл их выкидывать-то особого нет. Так, у тебя на автомат. Давай я сделаю вот так вот. Потому что у меня смысла держать их нет. Ну, в принципе-то и все. Саня Лысенко спрашивает, слышали, что собираются уволить президента Activision Бобби Котика? Что думаете по этому поводу? Ну и я думал, ты когда, когда я увидел слово президент, я думал, ты про Путина, если честно, спросишь. По части президента. Это было бы интересно. Activision собирается уволить Владимира Путина. Поста президента, зашибись. Сейчас смотри, короче, не иди вперед. Вот я хочу найти, где этот чертов камень, блин. Наверное, я вот не помню. Да, тебе его придется взять. Вот этот мост сейчас мы дальше пойдем, он обвалится. Угу. Где камень? И на этом все? Сраный. Нет, ну нас разделит опять просто. А-а-а. Так, ты это не я был. Нет, я рядом с тобой был. А, возможно, может, определенное может, время нужно было. Так, Алекс Вульф, Biohazard Partizans Corporation. Да-да-да. Крыс. Крыс. Жил. Шиф. Сейчас он передоз себе сделает просто. Опять близко. Ого. Добава. Алексей, вы мне нравитесь все больше и больше. Нафиг Алёша, мне нужен этот Крис. Да, забирай Криса, я с тобой буду. Как-то биологически активных добавок он переел бадом. Угу. Брут.
портал. Ежели сдохнем, не беда. Возьмем другого оружия. Так. А если я не хочу умирать? Я сейчас вниз упаду. Где эта хрень? Я ее сбил. Так, ну тебе надо вперед бежать, короче. Так, а он за мной? Конечно, с тобой. Нет, он за мной. Ага. Ну-ка, повернись ко мне. Стрелять, не важно. Стрелять, сейчас надо влить урона. Хороший. Есть. Сейчас он вот к тебе перебьется. Ой, сколько глистов. Где же этот чертов камушек? Ради тебя же стараюсь. А, вон он! Ну, ты по... я назад уже не могу, что ли? Вон он, блин, собака. А ну-ка, хер с ним дохнет, короче, сейчас переиграем. Не, погодь. Да, все, ништяк, так и надо. Ага. В теплую воду упал. Да-да-да. Саня Лысенко тут продолжает. Он меня достал в фильме «Обитель зла». Строит из себя Биркина, блин. Да? А почему Бобби Котиков в «Обители зла» был? Ну, гендиректора, какая разница? Так, Алекс Ульф вот получился этого. Биологически активный, Алёша. Да. Живчик, я бы сказал даже. Так, грены нахер. Грену скидываю все нахер. Так. Надо, короче, магнум брать, вот что. Пам. Пам. А что, патронов больше нет на магнум? Охереть. Шикарно. Я могу тебе гренку дать. Да нафиг она не нужна. Ну вот я тоже так же думаю. Вот. Видал, у меня аж три магнума. Ты видал, я просто обмазан магнумами. Шикарно. У тебя две руки. Как ты с трех-то будешь стрелять? Ну, что-нибудь придумаем. Зажму чем-нибудь. Так. Блин, почему я не могу тебе отдать оружие, ё-моё? А нафига нам? Да я бы тебе гранатомет бы отдал он. Не. Ладно. Я против насилия. Вторая. Надеюсь, сначала начнем. А, подожди, можно же было это что-то там подать. Да. Продать сердечки. Чик. Так. Этих четыре, этих. Блин, ну много мы. Так, конечно, можно я на минуту отойду? Да что там опять начинается? Давай. Нет, нельзя, ни в коем случае. Что за покидание поста? А, еще ж надо лечилочку взять. Ну, как раз. Так, а что? Тут уже нефиг экономить. Берем большую лечилочку. За чатом следите. Сначала сказал про Вескера, потом про котика. Следим. Там, где ты сказал про Вескера, там вообще никак из контекста не понять, что ты сказал про Вескера, если чё. Потому что ты начал говорить про котика, и следующее у тебя сообщение: он меня достал в фильме «Обитель зла», строит из себя Биркина, блин. Говорил про котика, и тут же говоришь: он. Кто он? Котик тебя достал или кто? В общем, непонятно там было.
Так что поконкретней. Так, и вот так еще точно. И без бомбежек. Лепешек. Так. Мне вот интересно, блин. Раз, два, пять штук мы этих собрали. Пять рубинов. Четыре сапфира. Ну, видимо, да, с драгоценностями похуже. И вот с драгоценностями я позабывал, где их вообще собирать. Потому что не хватает вот одного алмаза, сапфира. Ну, вот, в общем, овального вот такого камня. Так, треугольные все собрали. Такого одного не хватает. Двух вот таких и одного сердечка. Вот так вот. Что-то я не думал, что столько напропускаю. А, и яйцо золотое где-то упустил. Ах, блин, ах. Подзабыл. Все это дело. Ай, нехорошо. Так, что еще можно сделать? Можно улучшить что-то. Да, 400. Отлично. 400. Ого, десятка, нихера себе. 4300, потом, наверное, 4700 и 5000. Ну, короче, да. Просто убийственное орудие. Кошмарное. Так, а тут у нас осталось итаку. А, блин, один раз качнуть и все. 10 тысяч. Будет итака полностью прокачана. И появится у нас гидра. Самый мощный дробаш. Четко. С таким оружием можно уже и на супер хардкоре проходить. Ты спросила в Эскере, я ответил. Ой, сколько восклицательных знаков. Ты не задолбался там восклицательные знаки ставить? Блин, я вот думаю, может еще гранатомет взять?
Наверное, я автоматик выложу. Особого толку от него тут не будет. Можно тогда еще одну лечилочку взять. А то и все две. Так, вот так, наверное, сделаем. Опаньки. Можно я без микрофона постримлю и опять икаю? Да ё-моё, да что у тебя там такое, ёлки-палки? Погугли ты уже, чё с икотой делают? Два дня мучаешься, я не знаю, позвони кому-нибудь. Есть знакомые врачи? Или кто с этим? Ладно, чё ж, давай. Чё, икота такая сильная? А, блин, отсюда что ли? А, нет, нормально. Do you really believe the world is worth saving? Магничек. Короче, сейчас надо стрелять в него. Тебе стрелять тоже. Natural selection leaves the survivor stronger and back. Human. А как мне туда попасть? Блин, я вот забыл. Куда что-то должно? Тебе вперед надо. А, тебе надо вперед пробежать. Я вот только не пойму, ты меня-то сейчас слышишь? Нет вообще? А, слышишь, да? Окей, все. Хоть из чатика не удалился. Надо тебе вперед пробежать. Там еще один, по-моему, мост какой-то должен обвалиться. Вот. И по этим камням я вперед перепрыгну. За этим чертовым камнем. Вот как-то так. Так, я типа... Стоп. Ты меня слышишь? Да, да. А, блядь. Икни два раза, если слышишь. Алекс Вульф. Бля, ну это смешно, блядь. Но только не вторые сутки. Да я тебе говорю, блин. Господи, погугли. Икота, ё-моё, она... То ли что-то холодное, то ли что-то теплое надо приложить. Одно из двух. Третьего не дано. Ну или побить. Сейчас вперед пробежи. Вот видишь, как Крис такой. Вперед, типа, давай. Так. Давай, 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 пробеги там куда-нибудь. Он меня сейчас просто. Так, куда я вообще залез, мать? Есть. У него на спине просто сердце было, и надо было по нему. Так, здесь я там, где надо. Так, я что-то не понял, где я? А, вот, сейчас. Just hold on, Sheva! Как туда-то, блин? А, или тебе туда, что ли, спрыгнуть надо? Я вот что-то забыл, вот реально. Как туда попадать? Хер с ним. Сейчас будем дохнуть 500 тысяч раз. Но эту хрень мы заберем. Попробуй, может, у тебя там где-то будет кнопка спрыгнуть. Давай ты беги. Что, я? Все равно это валивается по киношечке. Рай, ты на хрен ты? Так, держись. Так, держись. Блин. Вот. Why can't you understand, Chris? Do you really believe the
the world is worth saving. А чё ты в лаву-то, кстати, падаешь? Там. Так ты забираться. Должен меня схватить. Я не должен тебя схватить, ты там сам должен выбираться. Я к тебе туда вообще никак не попаду. Давай, в глаз его. А! Да ладно, ты ублюдок. Пошел нахер. Заберу. Да давай, беги. Да не бабки собери, ты меня, блядь. По идее, она не должна падать. Ну, может, я должен в него пострелять, я хрен его знает. А у тебя что там, АД? Всего лишь шеф. Так, блин, что, не засчитали нам его? Что мы его взяли? Плохо. Короче, в любом случае он должен к тебе запрыгнуть, тогда там мосточек обрушается, и я по нему могу перепрыгнуть за этой хренью. Я не знаю, почему ты падаешь. Реально. Why can't you understand, Chris? Do you really believe the world is worth saving? Шава, давай! Тихо! А блин, какого хера? Быстро? Да, он сейчас что-то не отошел туда. Да, господа, это... наше прохождение. Это наше прохождение. Оно затянется где-то часов до 8 утра. Поэтому оставайтесь. Поэтому никуда не уходите. Поспать. Да, поспать можете пойти. Да ё-моё, ты даже крутить не начал своей рукой сраной. Крис, уже просто А, сволочь ты тупорылая, блин. Так, ладно, давай, короче, последний раз попробуем. Потом будем. Why can't you understand, Chris? Do you really believe the world is worth saving? Камень сраный так сложно взять. Я его легче брал. Может, я просто забыл. Natural selection leaves the survivor stronger and better. Здравствуйте, меня зовут Крис. Я финалист по прыжкам в глубину. В лаву. И в лаву тоже. Why can't you understand, Chris? Do you really believe the world is worth saving? Yeah.
Так, давай, соберись, мужик. Что назад туда нельзя вернуть? Да будь ты, чё там, блин? Думаешь, мне туда телепортироваться, ублюдок? Ты чё? Я уже патронов у тебя все извёл. Он только открыл. Тварь сраная. Всё? Так, теперь беги ко мне. Да я ж тебе сказал, я к тебе не попаду. Ты чё? Чё? Тебе самому надо выбираться. У меня свои кутаешки сейчас. Just hold on, Sheva. Стреляй! Чё ты падаешь-то, ё-моё? Чё-то я не пойму. Он тебя сбивает? Или ты сам падаешь? Нет, сам падаю. Странно. Why can't you understand, Chris? Do you really believe the world is worth saving? Natural selection leaves the survivors stronger and better. Humans have escaped this winnowing for far too long. Стой на месте, да, и посмотри, может быть, там тупые какой-то будет. Just hold on, Sheva. А, он еще и в меня стреляет. Тепленькая пошла. Ну то, что ты падаешь, это значит, ты или жмешь что-то как-то медленно, я не знаю, или не на то жмешь. Не должен ты падать. Ты падаешь только здесь, в том случае, когда он успевает до тебя дойти, вот он идет медленно, и ну, то есть, сшибает тебя вот этим своим языком, или что это? Do you really believe the world is worth saving? Беги от него. Просто убегай. Зачем? Беги, беги, беги. Все равно к тебе. Вот тебе, да, ну надо бежать. Так я-то бегу только к тому одному и тоже. По-моему, он завис. Короче, ты сейчас тут висишь на ведь. Да, он завис, короче, блин. Вот игра нахрен. Ей, короче, заколебало то, что постоянно дома.
А нет, пошел, видишь. Фу-фу-фу-фу-фу. А, стой, вот вниз спустись. Да, вон туда, вон, мог? Вон туда. Мне туда и надо, по идее. Приехал. Ну, вон там ты можешь перепрыгнуть. Я не перепрыгну, там могу, я могу там камень сбить только. По которому ты сюда ко мне вернешься. Тогда я постараюсь нажимать эту кнопку намного быстрее. Why can't you understand, Chris? Саня Лысенко спрашивает. Это финальная битва. Жаль, что не в лаборатории Амбреллы, как в фильме. Было бы круче. Ну тут Амбреллы-то нет уже в пятой части. Тут Трайсел. Почему не Трайсел, боремся? Да. Не в лаборатории. Никому. Humans have escaped this winnowing for far too long. Да, откройте. Спасибо. Есть сердечко. Видимо, надо бить так же, как ты в Metal Gear, когда играл. Не видать. Но у меня главное горит на помощь. На помощь! Стреляй в него! А что такое-то, а? Какого хрена ты падаешь-то? Ой, блин. Блин, ладно, там с этим камнем пытались, он не важный, но здесь-то что ты падаешь-то постоянно. Что-то я понять не могу, честно. Я такого вообще не помню. И в коопе проходили, блин. И один я проходил. Я вообще не стрелял по нему. Вот так, как я сейчас делаю. Я бежал сразу, и камень этот сталкивал, и все. Ты там как-то выбирался. Ну, ты, в смысле, Шева. Вот, и бежала просто. Вперед. Why can't you understand, Chris? Do you really believe the world is worth saving? Видать, что-то делаем не так. Добить просто надо. А, что делаешь? Да, я думал, там спуск может быть. Нет, такого спуска нету. У тебя путь только один. Только один. Через. Через постель. С Вескером. Через вот эту вот обрыв и выбирание. Do you really believe the world is worth saving? Чё стоим? Эй! Ты отвалился, что ли? Алло? Нет. Я а смотрю на него. А чё стоишь? Я тупо на него смотрю. А, досмотрелся. Он просто так махал, интересно. Секунд 30. Все, давай, поехали. Да, мы уже давно едем.
Я не ожидал, что у нас финальная игра вот эта стадия. Do you really believe the world is saving? То в конце посчитаем, сколько мы раз там сдохли, да ё. В принципе, игра сама считает. Natural selection leaves the survivors stronger and better. Humans have escaped this winnowing for far too long. Блин, я в него уже попасть не могу. Эта битва во сне будет сниться. Прошу тебя, держись. Стреляй. А, ты в камень должен был, наверное, стрелять. В какой нахрен камень? Не знаю. Потому что она говорит. Потому что она говорит, стреляй. Она говорит, пристрели его. А у меня говорит, но... стреляй. Она у тебя не говорит стреляй, она у тебя пишет стреляй. Говорит она, что... Но, как мы знаем, really женщины делают... Мне вот даже уже просто интересно, если сейчас, например, ну, ты отключишься, и Шевой будет управлять компьютер, как он будет действовать? Заколебал я стримера, да? У тебя даже время разное падение, ты то падаешь сразу прям почти, то держишься достаточно долго и потом падаешь. Мне кажется, это дело в том, что ты... Everywhere, nothing but loathsome humans. Just hold on, Sheva! Он тебе вот сейчас даже не идет. Я его остановил, он пытался в меня там что-то пульнуть. Давай, короче, это... А, так, а ты можешь как-то отключиться сам? Просто попробуем. Я сейчас с Шевой, так, ну, с компьютерной попробую. Давай. Так, наверное, сейчас это надо с игры сделать. А, нет, ты прям сразу так сделал, да? Ок. Ага, у Шевы теперь патронов нет никаких. Сейчас я ей что-нибудь дам. Хотя бы, чтобы она отстреливалась. Зашибись, снайперки нету. То есть все оружие, которое я тебе отдаю, оно у меня исчезает, когда тебя нету. Отлично. Ну ладно, ладно. Ладно. На тебе. Автоматик Шева с кучей патронов. Сейчас посмотрим. Why can't you understand, Chris? Fall back! Do you really believe the world is worth saving? Chris, get to high ground! Natural selection leaves the survivors stronger. Сейчас мы вообще сбежала. Humans have escaped this winnowing for far too long. Блин, ты будешь стрелять по нему, дура? А сразу видно, не я играю. В это
этом моменте, да, посложнее. Damn you! War and pestilence wherever you go. Everywhere, nothing but loathsome humans. Just hold on, Sheva! Блин, закосячил просто. Сейчас он ее собьет просто. Видишь, как она долго висит? Все, сейчас она заберется и перебежит ко мне. Все, вот она уже здесь. А, она еще раньше даже оказалась. Тебе просто быстрее надо, короче, жать. Я вроде даже стрелял. Попробуем. Ладно, давай кидай приглашуху, я тебя... Пущу. А, блин, затупил. До контрольной точки дошел. Сейчас мы отсюда будем начинать. Тебе повезло, короче. Ну что, будет меньше висеть? Меньше висеть придется. Да не придется тебе вообще висеть. Ну вот. Так, блин, патронов нету, офигеть. Блин, все патроны нахрен растратил. С этой дурой. Могу гренку дать. Да нафиг. Ну и... ладно. Можешь там лечилок набрать. У тебя есть лечилки еще? У меня одна. Вот, которая есть, и все. А, да, это еще. Все остальные на мужика одного потратил. Так. Что б ты делал, если б не этот мужик, ё-моё. Так. Чтобы что-нибудь продать ненужное, надо сначала что-нибудь купить ненужное. А сколько у меня бабок? $65,000. Ого. А что ты не апгрейдишься-то? Ну, у меня все апгрейджено. Угу. Азотные выстрелы, господи. Чё-то, видать, тебе по двойному тарифу выдавали сокровища. Наверное. Как у тебя может быть все проапгрейжено? Ну, пистолет апгрейжен. В принципе, я 30 косарей потратил на покупку вот этого магнума. Еще вкинул. Ты-то дополнительное оружие не покупал, может? У меня просто... Эх, Антоха, не сдюжил сам. Пришлось помощи призывать. Да не говори. А что сейчас делаем? Тра-та-та-та-та-та? Надо ему в спину стрелять, не будет. Так, не близко, не подгонка.
сигнал. А что такое? Что не видно этих? Странно. Почему не было видно-то? Что-то игра, короче, глючит реально. Должны были такие из земли, опять же, черви вылазить. Во, вот сейчас. Вот как сейчас, да. Вот так они должны были вылазить. Страшно. А, да? Почему-то их не было, да. Тебя покоцало самое главное, а их как бы не было видно. Так. Какая интересная игра. Очень. Да, отлично. Только она какая-то глючная, да, на ПК. Сколько она у нас за прохождение? Раз, наверное, два подвисала, да? Еще там пару раз подвисал. Сами боты клинили. Сейчас там так орёт. Не стреляй сейчас, это бесполезно. Вот сейчас сердечечко откроется. Заросло! Тварь. Так, ну я понял механику. Фу-фу-фу. Алёша, ты это брось. Сейчас опять будет волноваться. Шаман чёрт. Ой, глисты, глисты. Самого мощного орудия долбил. Все что ли? Вот так вот с магнумом. Так что я не зря его прокачивал. Я его прокачивал под это дело. А если б не моя винтовка? Да, если б не мой магнум, который 4 с лишним тысячи шарашек. Ой, поплыл. Так, мы тем не менее можем еще сдохнуть. Не расслабляйся. Вполне себе. Пусть мама прибудет, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Евгения Валентиновна прилетела в голубом вертолете. Да? Виса забыли? Нет. Да нафиг он нужен. Леху потеряли, Виса. Нормально. Алешенька. Так, приготовься, сейчас будет Quick Time Event. Я не знаю, на какие кнопки, поэтому там держи где-то рядом. Но я сразу на всю клавиатуру. Всю клавиатуру. Я у тебя там щупальца. Блин. Вот сволочь, а. Все никак не нравится. Крис, Шеба! Use those! Нет, все-таки РПГшечки будут, видишь. Канонично, как во всех резидентах. Всегда готов. Как ты, Анир? А ты? Сам он зе бипч. Ух. Как ему не жарко там? Мне подмышки не потели. Она за своих негритосов павших отомстила сейчас. Я ж всегда говорил за друзей и двор, все равно за двор. А вот, кстати, и видишь, вот они на вертолете с этим, с Жоржем прилетели. И вот как раз в дополнение есть, там показывается, как они встретились и как добыли этот вертолет, короче. Что-то джилка все-таки грустная. Все-таки приревновала, да, подруга? It's over. Черномазенькая. Yes. Так ты посмотри на мои губы. Ее глазищи. Чего уж там. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. For a future without fear. И сережки у меня есть, а у нее нет. Yeah. Зато у нее колье было прямо внутри груди встроено. А у меня золото.
Не, у меня золото в заднице больше. Благодаря кому? Благодаря мне. Мне. Благодаря кому? Благодаря мне. И улетели в закат, прям как в первом Резиденте. Только... Вместо кого-то, вместо Барри Шева. Ох, ну в общем, ух, вот такая вот игруля. О. Чё, подведём некие итоги пятого резика. Ну, в общем, чё хочу я сказать. С точки зрения вот сюжета, если честно, игра, ну, такая... Наверное, я бы даже назвал, блин... На четвёрочку такую слабенькую, 4 с минусом, она же 3 с плюсом. Ну, то есть сюжет, как по мне, вот, тут... Никогда для меня вот именно в пятой части важным не был. Она меня геймплейно очень сильно зацепила. Именно вот коопом своим, вот таким вот напряженным, что надо постоянно друг другу помогать. Там патроны, лечилки, быть рядом с друг с другом, потому что если вы далеко где-то носитесь, хрен вы успеете друг другу помочь. Вот это, блин, классно. И кооп здесь реально шикарный. Я пока что нигде круче коопа. Вот, сюжет, да. Ну вот, самый прикольный, наверное, твист, естественно, здесь, это вот с Джилл. То, что женщина-ворон, потом, ух, оказывается Джиллкой, да. Ну, то, что там Вескер-клон, ну, как-то меня это уже не впечатлило совсем. Когда я позже узнал, вот, уже в чьих-то там обзорах. А так, ух, классно. То есть, да, я понимаю тех, кто... больше любят четвертую часть, потому что, по сути, пятая, это очень она похожа на четвертую. Вот. Даже уровни, говорю, и боссы есть прямиком из четвертой части. Тот же гоблин, здоровенный тролль. Вот. Но чисто коопом она прям сильно. Коп добавили и графон подкрутили. Так что... Группа классная, группа четкая. Рад был еще раз ее пройти на компе. На компе мне, если честно, понравилось гораздо меньше играть. Во-первых, почему-то она так или иначе глючила у нас. То есть и онлайн глючила, то есть только там несколько раз вылетал. Потом она у нас вчера подвисала, да, сегодня. Странно. Ну и управление неудобное на клаве мыши, особенно вот QTE, когда этим выполняешь мышка и управление вот на кнопках здесь на Васт, там оно как-то немножко не согласовано. Иногда мышкой слишком резко повернешься, а иногда очень медленно поворачивается. Ну, в общем, такое. На джойстике гораздо удобнее. Вот. От третьего лица, в принципе, удобнее играть все-таки, я думаю, на джойстике в такие вот экшены. От первого, да, наверное, все-таки на клавомыши. Вот, поэтому, в общем, знаю. Я в свое время, когда я только играл в нее, вот, первые разы там на PS3, я бы, наверное, вообще и девятку бы влупил. А может, и все 9.5. Ну, сейчас за PC-версию, не знаю, с учетом всех вот этих вот зависаний, блин, и управление, ну не знаю, блин, не знаю. Наверное, баллов 7.5-8 это максимум, потому что... Не, ну с учетом того, то, что я вообще никогда не проходил эту часть, я бы ей поставил бы, наверное, где-то 7 из 10. Mm-hmm. Прям вот так вот, чтобы она меня впечатлила, такого не было. Ну, все-таки в игру надо играть тогда, когда она выходит. Сейчас уже, ну да, не те впечатления. Вот. Ну и плюс, если ты сам по себе не любитель, допустим, серии Resident, то, конечно, тебе, в принципе, будет... Не, я любитель. Барабан. А, ну, это другой уже тогда вопрос. Ну, в общем, вот такие у меня впечатления от пятого Resident. Понятно, что игрушка, опять же, говорю, старая уже, но тем не менее. Вот... Такой она была именно для меня, для нас. Вот. Мне
понравилось очередной раз ее пройти. Хотя не так сильно, как на приставках. Ну, можешь ты что-нибудь сказать, Антон. Свои какие-то слова, если есть что сказать. Ну, мне понравилось. Ну, это, в принципе, и все. Да. Краткость сестра таланта. Главное умение. Так. Саня Лысенко тут вопрошает, куда вы все делись? Только три чела на стриме. Да, по-моему, у нас где-то с середины, так, где-то и было, не знаю. Сейчас вот 4 показывает всего, но это один плюс Twitch еще, значит. Трое на Ютубе. Из этих троих двое нас с Антохой, поэтому ты скорее всего, один, Саня, на Ютубе сидишь из подписчиков. Вот, так что да. Шева Аломар, Мишель Вандервотер, каст. Это интересно, о, что брали, что брали, блин, внешний вид с нее, или озвучку, или motion capture. В играх так не скажешь. Куча актеров может быть. Это как вот та же Клэр в новом сейчас втором Резиденте. Внешность с одной актрисы брали, голос с другой, а motion capture, короче, с третьей. Аж три. А после субтитров будет какой-нибудь? Там мувик или что-нибудь такое? Нет. Да, ну тогда все. Итак, дамы и господа, мы прошли Resident Evil 5. Поаплодируйте, пожалуйста. Это было интересно. По крайней мере, для меня. Так, сразу три плюшки дали. Пройдена глава 6.3. Получено снижение рекрут и воин. А, ну то, что на второй сложности прошли. Альберт Уэскер. Наемники режим открылся. Выбрать шеву в режиме. Выбор главы и новая игра плюс. S. А, у тебя вообще 2 минуты здесь за это. Ну да, ты вообще ничего сам в самом конце. Ну. Ладненько. Так, Роксут пишет нет. Ну, значит, кто-то еще. Ну, может, счетчик глючит, хрен его знает. Именно на Ютубе. Че вот он пишет? Сейчас 3 человека на Ютубе. Ну, значит, глючит счетчик, наверное. А может, Саня тоже сбежал. И теперь ты один, Рокс, сидишь. И я сижу. Всякое может быть. Ну, я имею в виду не из нас двоих. Так, ну что дальше будем делать? Так, ну что же, вот, в общем, все. С Резидентом мы покончили. Сейчас мы тогда прервемся с Антохой на некоторое время, которое нам понадобится, чтобы перенастроить чуть-чуть наши тут программулины, вот, перезавести стримчански, ну и, в общем, где-то, наверное, ну, я так назову полчасика, но, наверное, не полчасика, даже меньше. Может быть, минут 15 на это уйдет. Не, минут 15, наверное. Да, так что минут через 15 мы вернемся и продолжим телемост, только уже немножко с другими игрулями. Короче, далее будет Sega Mega Drive 2 в коопе. Вот. Сегодня мы тестились днем, понастраивались, в общем. Так что далеко не уходите, тем, кому, конечно, интересно. Вот. Ну, все, ребят. Спасибо, что смотрели Resident 5. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Игруля хорошая, добротная. Коопчик классный. В общем, далеко не разбегайтесь. Встретимся через 15 минут. Yeah.